Друзья, всем привет! С вами Зомби. Сегодня у нас новая локация 12 главы под названием «Не мой сон». Ну что ж, давайте сразу начинать. Так, окей, я загрузился. Что-то новое не может произнести ни слова. Я понял. Да и сейчас у них проблемы с голосом. Так, локация выглядит большой. Согласен. Так, ладно. Задание выполняем. Нужно что? Следуйте за немой тенью. Окей, сейчас я ее найду. Есть какие-то головы, статуи какие-то. Что они дают, кстати, за то, что их вырубаешь? Камни. Камни и лед. Ну да, кстати, это хорошо, что локация со льдом, потому что у меня... По сути, лед уже заканчивается, и мне нужен лед для того, чтобы делать воду. Так, кот-призрак. Понял, куда они ушли. За котом идем. Что такое? Еще дерево какое-то. Короче, пока я ничего не понял, куклу. Нужно найти куклу, я так понял. Ладно, сейчас будем смотреть задание. Так, соберите лен, основите тени, сделайте куклу. Положите льняную куклу в колыбель. Лен. Ну, идем тогда собирать лен. Так. Я так понимаю... А, нет, есть там проход, там он, тропинка есть. Так, 68. А, что-то я... бабка какая-то. Так, ладно, скорее всего сейчас будем еще и яблоки и груши собирать, плюс лимон, наверное. Сейчас посмотрим. Да, нужно соберите шалфей. Вот там шалфей. Так, ладно, пока мы это делать не будем. Давайте основное задание. Мне нужно собрать 15 лена. Ну да, можно сразу двигаться в сторону шалфея, чтобы сэкономить и энергию, и время. Поэтому давайте сразу вниз буду двигаться. И я так понимаю, что... Улья. Что в ульях делать? Мед. Вот это, я так понимаю, шалфей, да? Или нет? Да, это та самая штука. Так, ладно, вот этот куст вырубаем, тогда на лен ставим динамит, убираем все с помощью динамита. А вот этот кустик, я думаю, и так можно убрать. Теперь дом старушки, печь, здесь медовый пирог можно сделать. Так, корова, свинья, овца, какие-то они разукрашенные. Так, ладно, я так понял, куклу... Нет, не здесь. Что здесь? Здесь вырубим. Где ее сделать можно? На столе. Так, для куклы нужен чего? Медовый рулет и посленовый суп. То есть мы ее приманивать будем? Чего? Кого? Сделайте льняную куклу. Ну, что там, да. Так, чтобы мне медовый рулет сделать, нужно... Лимоны, вода, и вот как раз у меня нету бобов. Так что это печально. Я так понимаю, нам все вот это нужно собрать. Поэтому долбану я это динамитом. Окей. И вот здесь еще у нас осталось немножко. Так, подождите. 15, 15, 2. Чего? Можно получить, срубил послен. То есть я эти фруктовые деревья сейчас зря срубил или что? Возможно, зря. Так, ладно, двигаемся по заданию. Куклу я не могу найти, ключи от ворот. Это... В смысле? Я что-то не понял, почему ключи от ворот находятся у куклы.
Откройте ворота, найдите Морика. Морик. Так, ладно, забейте. Давайте шалфей дальше собирать. Так, и что дальше? Здесь, наверное, динамит поставлю. Потому что у меня его много, а вот что с ним делать, я не знаю. Поэтому сейчас будем тратить. Так, ладно, сразу будем пробираться вверх. Возможно, да, там есть шалфей и суто по тропинке. Так, сколько мне еще 6 штук нужно собрать, да? Так, ладно, здесь вот так тоже взорву. Дерево странное. Это просто декорация. Так, ладно, вот здесь теперь уже начинаются вот эти ягоды, которые мне нужно убрать. И шалфей. Еще 2 штуки нужно. Ну вот, я так понимаю, 2 штуки. Не-не-не, зря я второй вырубил. Ну да ладно. Теперь мне мед нужно делать, да? Так, один. Как? Вот второй. Сколько изумрудов? Один. Наверное, сейчас потратимся, то есть 4 изумруда потрачу, потому что ждать 40 минут, это для меня будет перебор. Тем более 20 минут за один изумруд ускоряется, почему бы и нет, так сказать. Так, ладно, теперь делаем торт. 2 торта делаем. 10 минут. И теперь мне нужно будет собрать вот эту штуку, так как я понял. Но это с помощью динамита делается. Ну, я буду делать с помощью динамита. Окей, я здесь прошел. Так, ладно, вот это откроем сразу. И, наверное, будем вверх двигаться. Так, вот это вырубаем. Так, нужно теперь вот этот куст и статую рубим. Так, вот двигаемся по тропинке, наверное, вниз сейчас. Вот сюда. Подождите, сколько мне его вообще нужно? 30 штук собрать, да? Мне кажется, его здесь больше, чем 30. Вот так динамит, наверное. Вот так, да. Сюда поставлю. Это сейчас взорвем и заодно будем смотреть, что вверху. То есть я так понял. А нет, он сверху тоже еще есть. То есть мне его больше, чем 30 штук нужно будет собрать. Я что-то не понимаю. Скорее всего, нужно будет больше его собрать. Потому что его здесь очень много. То есть здесь, по сути, больше его, чем 30 штук. Так, теперь вопрос, там есть тропинка или нет? Я думаю, скорее всего, нет, и туда напрасно сейчас я рублюсь. Да, там все закрыто. Что за домик? Так, ладно, домик дает нам ресурсы. Окей, мне нужно соберите ягоды и послёна еще 8 штук. Наверное, динамит. Ну вот так, сразу 3 штуки. Дальше. Так, подождите, сколько оно нам дает? То есть я сейчас 4 вырубил. Мне еще 3 нужно. То есть один куст одну ягоду дает. Но это странно, да. Можно было сделать кусты побольше, чтобы энергии тратилось, но ягод несколько штук. А то с одного куста ягоды как-то нелогично. Так, теперь мне нужно сварить посленовый суп. Но я его сварить не могу, потому что мне нужны бобы. Купить недостающие... Ну да. Почему бы и нет, так сказать. Так. Не-не-не. Лучше сэкономим. Еще раз скажу, что у меня изумруда уже хватает. Я, в принципе, все купил, что мне нужно было. Поэтому я их трачу сейчас только на то, чтобы ускорить производство. Ну, чтобы не ждать несколько там часов, чтобы пройти локации.
Так, одно задание, второе задание. Так, теперь мне нужно, я так понимаю, сделать куклу. Вот кукла, я ее делаю. Что дальше? Сделайте льняную куклу. А, теперь мне можно построить дом. 6 картона. Нет. 6 картона. Но, скорее всего, картон я пойду сейчас сделаю. А в доме, я так понимаю, можно будет уже сделать куклу, да? Так, ну, пока что мне нужно вот это задание пройти. Сейчас я туда сделаю картон и к вам вернусь. Так, картон я сделал и построил вторую стадию сразу. Теперь строю третью. 5 подушки, 5 свитера и 3 кровати. Ну да. Немножко много, но все-таки. Так, кукла, 10 минут. Ладно. Пока задание пройдем и, наверное, ускоряем эти 10 минут. Так, что дальше? Нужно поместить куклу вот в эту колыбель. Или что это такое? Так, окей, это я сделал. Сейчас что-то произойдет с деревом, я так понял. Нужно нажать сюда. Выпадает ключ. Понятно. Понятно, мы нашли ключ. Так, найдите ключи от ворот. То есть ключи будут находиться у нас снизу. Нам нужно двигаться вниз. Здесь цветы какие-то. Скорее всего, да, не траву дают и лед, поэтому нам можно их не вырубать. Так, статуя. Я немного увлекся скульптурой и решил сделать твою статую. Ну, немного похоже. Куда они пропали? Это типа сновидения какие-то или что? Почему мы их видим? Так, соберите цветы сновидений. О. Окей. Их нужно будет посадить. Я это понял. Так, наверное, вот здесь пройдем. Посмотрим. Вот этот куст вырубим. Так, ну... Нет, согласен. Давайте лучше своим динамитом бахнем. Зачем тратить то, что есть у меня? Да, зачем тратить изумруды, если динамит есть? Так, окей, вот здесь вырубаем. Судя по локации, у нас еще очень много территории не открытой осталось. Сомневаюсь я, что мне на все это хватит энергии сейчас. Так, и вот здесь можно будет пройти, так как я понимаю. Ладно. Скорее всего, здесь... Нет, я динамит здесь ставить не буду, потому что здесь нужно убрать всего 3 куста, то есть в сумме 3 куста. А вот здесь, наверное, уже можно что-то ставить. И что дальше? Давай, взрывайся. Так, вот этот 1, 2. Надеюсь, нас сейчас пропустит. Да, нас сейчас пропускает дальше. Сейчас 3 куста убираем и... Нужно вот еще 3 штуки убрать. А там можно уже динамит поставить. Или нет? Наверное, лучше я динамит поставлю сейчас. Потому что да, я не уверен, что мне энергии хватит. Чтобы открыть врата, нужно аж 4 ключа. Странно как-то. Ну да ладно. Так. О, рубины какие-то. Я так понимаю, здесь можно будет пройти. Посмотрим сразу, что там находится. Но я так понимаю, это пока что не по заданию, да? Или по заданию уже? Так, подождите. Мне нужно добыть мрамор. То есть нужно еще мрамор собирать. Угу. То есть здесь лучше всего вот так вот динамит поставить. И, наверное, двигаемся в эту сторону. Сначала соберем цветы. Цветы, цветы. Кстати, сразу я делаю марафон. Как бы. Ну, чтобы сразу получить еще дополнительные награды какие-то. Вот так вот.
Так, убираем вот этих два куста, и нас должно сейчас пропустить. Так, окей, здесь мрамор, и здесь я, наверное, долбану динамитом. Это открываем сразу, дополнительная энергия. Куст 1, 2, 3, то есть обязательно тройку нужно вырубить, чтобы дальше пропустило. Да, кстати, это уже закономерность, что всегда нужно по 3 куста вырубать, чтобы дальше пропускало. Так, и что дальше? Вот я дальше уже прошел. Цветы. 17, 17, 17. Сколько цветов мне нужно вообще собрать? 40 штук. Да, это дофига. Это больше, чем я думал. И я не уверен теперь, что мне на всю локацию энергии хватит. Но учитывая то, что есть немного динамита, то, возможно, и хватит. Так, вот здесь это декорации. Так, нужно найти остальные цветы. То есть мне нужно еще... То есть синие это тоже цветы? Чего? Ну, давай вот этот куст тогда рубим. И вот там тоже цветы есть. То есть я так понимаю, мне нужно сразу и сюда, и туда двигаться. Ну, можно и так. Так, вот здесь что-то уже напряги какие-то с энергией. Так, вот я вижу цветы. Мне нужно сейчас... И вот цветы есть. 15, 15. Здесь, наверное, я брошу динамит. Пусть сидит, стоит, взрывает. Так, окей, задание я прошел. Что мне дали? Лед искать. Ладно, пока я вот это сделаем. Так, окей. Я так понимаю, там есть тропинка, но скорее всего здесь везде тупик. Желтые вот эти цветы меня что-то напрягают. Скорее всего там есть проход, и мне нужно будет еще вот эти цветы рубить, да? Ну, нет. Значит, там нет прохода. Так, окей. Мне что сейчас нужно? Цветы. Блин. Так, еще 13 цветов осталось. Так, вот есть цветы. Но мне туда нужно еще пробраться. Еще один куст нужно врубить. Нет, не помогло. Раз, два, три. Очень хорошо запрятали эти цветы. То есть 1, 2, 3. Окей. Я так понимаю, нам еще 10 осталось. Так, да, 10 осталось. 3 и 5. Так, наверное, сначала пойдем туда, где их больше. Ну, это по логике. Потому что, возможно, ну, нам не придется двигаться в какое-то место. Так, какой-то фонтан. Тоже декорация. Так, нам сейчас нужно вот сюда, за цветами. Один, один. Давай. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Даже их здесь есть. Ну, то есть цветов как раз по логике нужно все вырубать, абсолютно все. Да, еще четыре, и здесь как раз четыре штуки осталось. Поэтому давайте их сейчас вырубим. Вот один. Сейчас должны открыться все, да. 15. 15. И чтобы энергию не тратить, еще один вырублю. Так, задание я здесь тоже прошел. По сути, наверное, вот это все уберем. Вот это оставим. Так. Что я дальше буду делать? То есть мне нужно посадить цветы, я так понимаю. 10, 10, 10, 10. Окей, задание прошел. Получаем. Теперь нужно собирать мрамор. Да, тоже затратная штука по энергии, но все-таки нам придется его собрать.
Вот здесь вроде еще мрамор находится. То есть формально я... Мне придется еще чистить территорию, чтобы весь мрамор найти. Так, кто не понимает, как искать мрамор, жмите на статую. И вот здесь есть значок вопроса. То есть она вам покажет, где находится ваш мрамор. Это проще всего. Так, еще 5 штук мне нужно вот туда забраться. Окей, думаю, это будет уже финальный мрамор. Ну, 6 штук я даже больше собрал, чем нужно. Так, окей, создаем вторую часть статуи. Отлично. Опять что-то с деревом происходит. Второй ключ оно нам дает. Я так понимаю, мне нужно еще... Нет? В смысле, так я еще не нашел ключи от ворот. Да, они заперты. Мне нужно вверх туда двигаться. Сверху будет еще какое-то задание, чтобы открыть эти врата. Так, тихо, тихо, давай отойдите сюда. Так, вот сюда я могу пройти дальше. Но я надеюсь, что я могу сюда и пройти. Да. Теперь, наверное, мне стоит вот сюда двигаться. Да, и туда я дальше не могу. Мне нужно пройти вправо и выполнить еще какое-то задание. Что на этот раз нам нужно делать? Костер разжечь нужно. Так, пыльца цветов. Окей, идем собирать. Так, изумруды. Ого. Я так понял, нам еще не только пыльцу с цветом, нам нужно еще и изумруды собрать. Так, вот пыльцу, покрасьте столбы. Я понял. Так, ну ладно, тогда. Здесь без динамита уже не обойтись, поэтому сейчас будем бахать. Так, вот я так понимаю, здесь будет наша пыльца цветов, нет? Нет, это здесь не будет. Подождите. Так, пыльцу с цветом мне нужно с кучек вырубать, да. А там я собрал вот эти кристаллы, я так понимаю, с нее мы... С этих кристаллов мы сделаем краску. И будем... Столпы красить. То есть не красить, а украшать. Так, окей. 38. Кстати, эти кристаллы очень много энергии берут. Так, вот еще один. И еще один кристалл. Так, по логике нам нужно вверх сейчас двигаться. Так, вот эти сферы что-то дают. Да, ну как всегда, декорации дают какие-то ресурсы. Так что можно прожимать. Чай с лавандой и стейк. Ну, чай с лавандой отправим на производство. Так, теперь мне нужно двигаться по тропинке. Я думаю, вверху там тоже что-то есть, но сначала буду двигаться по тропинке. Ну, экономить свою энергию. Так, ладно, это вырубаем. Задание. Нужно все-таки искать цветы, я так понял, в первую очередь. Только я что-то не понял, подождите. Мне нужно белые цветы уничтожать, чего? Нет. Я так и не понял, что мне нужно сейчас это ломать, чтобы мне эту пыльцу дали. Вот эти цветы или что? Да, мне нужно вот синие цветы ломать, чтобы получить пыльцу. То есть я думал, какие-то кучки нужно, оказалось синие цветы. Ладно, туда вверх идем. Секунду. Мне нужно всего еще 5 штук. То есть 2, 1, еще где? Еще где 2 штуки. Срочно. Пока не показывает. Ну ладно, тогда давайте эти заберем. То есть 1, вот 2. И я так понимаю, мне нужно вот вверх пройти немного. Так, подождите.
Две штуки. Озеро какое-то. Тоже декорация. Все здесь как декор. Ну, заморочились над этой локацией и очень много чего прикольного сделали. Ладно. Так, разжечь костер нужно. Погнали. Ну, горит. Так, дальше нужно кристаллы собирать. Это нужно еще дальше идти. И я так понимаю, здесь у нас есть кристаллы, но пока я туда не пойду. Пройдем дальше. Так, подождите. Возможно, я зря сюда иду, хотя возможно и нет. То есть мне нужно вот сейчас вот сюда пройти. Вот кристаллы. 38, 33. И там сейчас забор будет, да? Ну да, здесь забор, но здесь есть, также есть кристаллы, так что не зря я сюда иду. Куст вырубаем, и вот еще кристалл. У них даже два здесь кристалла. Вот там еще один спрятался, вот давай его вырубим. Так, теперь что дальше? Ищем желтые кристаллы. Желтые в самом конце. То есть еще нужно будет и в конец идти. Энергии 3600. Но в принципе нужно уже сейчас экономить, потому что мне вот этой энергии не хватит. Медведь еще. Ну ладно, тогда я сейчас буду. Так, окей, давайте двигаться дальше. Мне нужно сейчас кристаллы. На самом деле, мне бы надо было здесь динамит сразу поставить. Что-то я затупил. Так, я больше энергии сэкономил бы. И вот здесь еще один. Очень много кристаллов, кстати, здесь находится. Так, это, я так понял, последний кристалл. И сейчас буду искать, где еще кристаллы спрятались. Так, секунду. Столб. Да, я так и понимал, что мне нужно будет еще сюда пройти. И вот здесь еще несколько кристаллов есть, да? Ну давайте и туда идти сразу. Так, 1, 2, 3. Энергия заканчивается, но... Я так понял, я у себя на ферме, на домашней станции смогу еще энергии создать. Так, окей. Волк. Кстати, я не помню, вроде медведь такой же сильный был, как волк. То есть по 300 единиц. Возможно, в медведе больше было. Вот я этого не помню как раз. Дайте 50. Ну, хорошо. Отлично, так сказать. Мне желтых еще нужно, по-моему, 11 штук собрать, да? Так. Кристаллы, вроде есть еще вот там кристалл виднеется, да? Да, здесь даже не один, если несколько. Так, окей, теперь вот здесь нужно кристаллы тоже убрать. Так, вот еще два. И возможность там еще есть, да? Нет, там больше. Вот еще один есть. И вот там есть кристалл. На кристаллы, кстати, очень много энергии у меня ушло. Так что вот это печально. Так, окей, что? Что? Я так понимал, я еще не все собрал, что нужно. Так, еще мне зеленый нужен. Вот здесь есть еще красный и зеленый. Так, 1, 2, 3. Ну, я так понимаю, это уже финал будет. Ну, да, это все. Задание я выполнил, второе тоже выполнил. Чего? Что-то вот с дымом не так. 1, 2. Соберите ветки
Бросьте ветки в голубой костер. И что-то с костром не так, я так понимаю. Нужно с него сделать красный или что? Так, ладно, сюда проходим. И, разумеется, сейчас динамит ставлю. Дерево тоже декорация, я так понимаю. Да, оно дает нам ресурсы. Так, и что? Все? Бросаем ветки. Нам еще один ключ дают. Только это третий ключ, я так понимаю. Нам нужен еще один ключ. Где его найти? Сверху. Отлично. А вверх, я так понимаю, мне вот сюда и можно пройти, да. Я что-то не заметил этот подъем. Не знаю, в какую сторону я смотрел, но я что-то его вообще не заметил. Где он? Вот. Так, еще два цветка нужно убрать, чтобы пройти выше. Отлично. 1, 2, 3. Так, 2000 энергии у меня осталось. 2к. Мало, очень мало. Но, думаю, мне этого хватит. Так. Тогда идем дальше. 3 куста. Я так понимаю, это не 3 куста будет, да. Здесь уже побольше сундук. Вот это прикольно выглядит. Но это тоже сновидение. И появилась у нас какая-то статуя. Появилась. Так, нужно найти янтарный ларец. Чего? Ну, я так понимаю, нам нужно вверх двигаться. Если нам правильно показывает. Да, вон там что-то стоит. То есть, скорее всего, это этот ларец. Подождите. Мне его нужно сделать, окей. Тогда нужно золото. А золото где искать? Подождите. Вот здесь. Добудьте янтарь. Погнали. Я так понимаю, сейчас динамит у меня уже закончится. Но... не совсем. Так, ладно. Это тоже все вырубаем. Там пройти нельзя, я так понимаю, да? Или можно? Нет, тропинка. Тропинка какая-то есть, но что-то с ней толком непонятно. Так, мне нужно поставить так, чтобы оно как можно больше вот этого янтаря нарубило. Так, вот еще кусок. Угу. Я не уверен, что здесь можно пройти. То есть, думаю, там забор есть. Так оно и есть. Тогда кудой? Где я могу пройти? Нужно полностью обходить, я так понимаю. Ну, давайте двигаться туда, в эту часть. Сразу, наверное, буду закидывать, чтобы меньше времени потратить на это производство. Ну, точнее, не меньше времени, а... а, я могу ускорять, то есть смысла нету сейчас это делать. Так, 1, 2. Там есть тропинка вроде. Нужно мост починить. Брус, раствор и шпон. Погнали. Так, 1, 2. Я так понимаю, вот здесь нужно вырубить, потому что там находится вот 1, 2 камня. И дальше идем. Если посудить, подождите, сколько мне нужно собрать? 5 штук. То есть я одно уже сделал. Формально скоро будет второе. Ну да, не так уж и много мне нужно вот этих камней собрать, как я думал. Только я, наверное, зря вот это вырубил. Не совсем зря. Так, и там, я чувствую, сейчас будет по... ну, короче, затратно по энергии. Потому что там что-то... вот эти... блин, не успел показать. Ну да ладно. Вверх двигаемся. 1, 2, 3.
Так, эту я собрал. Вот здесь мост. Кирпичи, гвозди, клей. Чиним. Так, окей, 48. И вот здесь можно пройти сразу. Хорош. Энергия 1300. Из 1500 энергии есть. Подсолнух. А что подсолнух дает? Тихо. Какие-то конфеты. Чего? То есть это тоже задание? Я так понимаю. Найдите все подсолнечные самоцветы. Я понял. То есть мне нужно еще и вот туда пройти. Сколько? 20? Почему 29? Почему так много? Наверное, динамит тоже потратим здесь. Так, окей, это я вырубил, последний солнух остался. Трава. Тогда погнали траву рубить. Дальше что? Это что такое? Это просто цветы, да? Да, это просто цветы. 1000 энергии осталось, но мне на самом деле не так уж и много проходить осталось локации. Поэтому буду надеяться, что мне этого хватит. Но лучше как бы позаботиться и где костер. Я не помню, куда я костер, где костер. Он где-то в начале, нет. Нет его в начале. То есть где-то дальше, где-то здесь. Вот, костер есть. Только чай делается 30 минут, 30 энергии. Но это печально. Очень долго. Так, ладно, вот вверх пойдем, и, наверное, сразу будем идти сюда, чтобы сначала, я так понимаю, дорубить все свои подсолнухи. 28, 14. Ну, сейчас здесь еще один динамит поставим. Нужно просто добраться до подсолнуха. Угу. Здесь еще и пройти нельзя, то есть глину я зря срубил. Окей, я так думаю, вот этот, если я вырублю, меня пропустит. Но нет, нужно еще там один куст травы срубить. Отлично. Так, теперь нужно волка убрать с пути. После того, как я уберу волка, я сразу ставлю динамит. Ну, чтобы, потому что энергии у меня и так мало, она мне еще пригодится. Так, окей, вот динамит ставим. И у нас еще вот здесь три подсолнуха спряталось. 1, 2. Статуя еще прикольная. Тоже дает время. 29. Отлично. Что дальше? Задание. Самоцветы. Мне нужно еще... Кого? А что так много? Очень много мне еще подсолнухов нужно собрать. Да, это больше, чем я думал. Поэтому сейчас я не уверен, что теперь мне энергии хватит. 9. И вот это убираем. Давай. Черепаха. Вот это прикольно выглядит. Хотел бы такую декорацию на ферму. Так, ладно, поскольку подсолнухи... Насколько нужно на подсолнухе? По 22. Ну окей, давайте вниз пройдем. Сколько? У меня пока вот этих 16 есть. Это, допустим, на 3 будет. Нет, его не хватит на 3. Так, ладно. Давайте все-таки закончим сначала с подсолнухами. Потому что уже на вот янтарь я не уверен, что у меня сейчас энергии хватит. Сейчас закончу с подсолнухи собирать, потом уже все, что останется, буду тратить на вот этот янтарь. Так, 1, 2. Ну, открывайся вот сюда. И вот здесь последний динамит свой поставлю. Угу. Немного печально, то что янтарь не открылся, к нему нужно с другой стороны зайти.
Ну, даже не немного, а можно сказать много печально. Так, ладно, вот там что-то еще есть, это 200%. Да, там янтарь есть. Раз, два, три. И... Янтарь, янтарь. Я хотел сначала закончить подсолнухами, я с ними закончил. Теперь мне нужно 20 янтаря собрать. Но у меня уже нет энергии, да? Так, скорее всего, вот это вырубаем, нам сейчас откроется. Нет. Раз, два, три. То есть, по сути, нужно еще четвертый убрать. Так, окей, 50. Сколько нам эта штука дает? Ну, по количеству нормально, но все-таки я не уверен, что мне хватит 186 энергии, чтобы собрать еще, допустим, 15 или сколько мне там нужно. Вот этот куст. Тем более два куста еще убрать нужно, чтобы этот открыть. Так, и я так понимаю, у меня энергия закончилась. Секунду. Янтарь, мне нужно еще 6 штук собрать. Так, 1, 2, 3. Энергии у меня уже нет. Так, это 34 будет. И мне нужно вот здесь еще пройти. 3. Так, и что дальше? Наверное, смысла нету, хотя можно, в принципе, за один изумруд, почему бы и нет. А сколько? 3 изумруда, да? На самом деле, за 3 изумруда покупать эту энергию, это не... логики в этом нет, это невыгодно. Лучше тогда уже купить немножко энергии вот за изумруды приходится. Я думаю, мне это в принципе хватит, и больше энергии мне не нужно будет. Хотя, возможно, сейчас еще раз придется покупать. Нужно было сразу 500 купить, потому что, да, 250 невыгодно. Хотя нет, мне уже не нужно, я все собрал. Так, 1, 2. Только сейчас логики нет. Почему мне на 2, вот на 2, 2 ускорения нужно 25 янтаря? Да, то есть один у меня лишний получается. Так, теперь делаем сундук. Сколько он будет делаться? 10 минут. Ладно, печаль. Разумеется, 10 минут я ждать не буду. Я ставлю вот сюда сундук, наполняю его драгоценными камнями, точнее янтарем или... Не, это не янтарь. Подсолнухом его наполняю, получаю последний ключ. Задание я выполнил. Откройте врата. Открываем ворота. И, внимание, нашли кота. Окей. И что дальше? Финал? Сейчас в списке нет заданий. Да, это финал. Ну и что? То есть у меня сейчас лагануло? Не, нормально все. Что дальше? Мосик какой-то, код. Давайте посмотрим, что здесь еще находится. Так, ну окей, я так понял, на этом наше прохождение уже закончилось. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и увидимся в следующем видео. Всем пока.